Товарный талон, во-первых, на сегодняшний день он как бы представляет для нас, наверное, единицу расчета при покупке тех или иных. Товарный талон — это помощник отсутствующему рублю. Это бумага, которая рассчитывается. Удобство расчетов, потому как в магазине можно рассчитаться и деньгами, скажем, государственного значения, и товарными талонами Шаймуратова. Наверное, это основные преимущества. За то время, как мы им пользуемся, навскидку, плюсы и минусы, если однозначно сказать, чего больше, то плюсов пока больше. Если разбираться, минус у него был с нашей налоговой системой предприятия, там какие-то, я, честно говоря, там с этим НДСом не очень соображаю, но почему-то не проходило, получались какие-то заминки при расчетах. Сейчас многое за стереотипом у людей созданным. Все, что пытается заменить деньги, они относятся к нему недоверчиво. Но даже это постепенно мы смогли изменить. То бишь те люди, которые в самом начале исключительно отказывались от них, теперь они с охотой его используют. А что бы еще можно было в нем изменить? Ну, мне как руководителю хотелось бы его обеспечить защитой от подделки. И проблемы у него немножко со сдачей, когда мелкие покупки все-таки напрягают людей, когда им не отдают с талонов, там, допустим, 10 рублей сдачи, насколько вы в курсе, там номинал минимальный 50 рублей. То есть покупка на 40 рублей создает определенные неудобства. Хотя с нашей стороны жвачки стали продаваться гораздо лучше. Это все-таки перед датой изменения его номинала человек менее охотно берет большое количество. Даже случаем это не назвать, это постоянное слежение человека за датой изменения курса, так называемого. Это иногда кажется смешным и забавным. Человек уже планирует, сколько взять от того, насколько он далек от даты изменения. Я намерен продолжить использование этих талонов. Она повысится еще.